Мозырский НПЗ готовится выпустить первую продукцию на новой азотной станции. Строительная площадка развернулась на участке производства азота, кислорода и сжатого воздуха, цеха номер 12, пару воздухоснабжения весной 2020 года. Быстрыми темпами начали возводить азотную станцию и воздушную компрессорную номер 4. Станция компрессорная позволит бесперебойно снабжать азотом высокого и низкого давления, техническим сжатым воздухом технологические установки, входящие в состав будущего комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Производство газообразного азота из атмосферного воздуха будет осуществляться по технологии, которая позволит получить азот с частотой до 99,99% объемной доли. Сейчас завершаются строительно-монтажные работы, в основном и в вспомогательных корпусах. Идет подключение и наладка электроприемников, приборов КИПа и системы управления, монтаж и наладка вентиляционных систем, отделочной работы. В помещении машинного зала азотной станции и воздушно-компрессорной номер 4 уже размещены две воздухоразделительные установки по производству азота низкого давления. Испытаны на герметичность все технологические трубопроводы и емкостное оборудование, которое смонтировано вокруг здания станции и воздушно-компрессорной. Предварительные пневматические испытания азотом также проведены на компрессорном оборудовании и генераторах азота. Специалисты завода сейчас занимаются регистрацией сосудов, работающих под избыточным давлением, рассказали на предприятии «Белта». Пусконаладочные операции запланированы на конец марта, начало апреля. Сразу после этого будет налажен выпуск азота низкого давления, азота высокого давления, сжатого технического воздуха, воздуха КИП. Продукция сразу будет подана в заводскую сеть.